сегодня мы проведем, не забываем, я надеюсь, мастер-класс, который называется «Актуальная этнография макияжа». А мне очень приятно, что формат, который сейчас происходит без зрителей, со зрителями по ту сторону, он является, на мой взгляд, сейчас таким гибридным, потому что мы не можем встречаться, общаться, целоваться, обниматься в гостях, но тем не менее мы можем с вами общаться вот так вот, через экраны. Поэтому все, кто сейчас подключается с вами, то, что мы знаем, всем привет, Элина. Всем привет, да, моя прекрасная модель Элина, моя муза. Я потихонечку буду делать макияж и параллельно буду комментировать все, что я делаю, рассказывать о тенденциях, рассказывать о продуктах, которые я использую, и рассказывать о том, что я сейчас называю современной и актуальной графикой в макияже. В первую очередь я подготовила заранее лицо, нанесла достаточно легкий тон и сделала мягкую красивую коррекцию. Буду дублировать через сухие продукты и поработаю изначально мягкой, красивой, мягким красивым оттенком румян. Создам нынче очень актуальный и интересный такую фишку, которая называется дрейпинг. Дрейпинг, по большому счету, это коррекция формы лица через цвет, через румянец, не через собственную тень, а через цвет. Сейчас это очень актуально. По большому счету, дрейпинг хорош как в процессе для обычного клиента, в макияже для обычного клиента, так и каких-то интересных, крутых ваших съемках, которые вы создаете. Чуть-чуть на меня, немножечко. Вот таким образом я дополнительно прорабатываю румянцем еще зону скулы. Высоко выхожу на скулу, таким образом, и добавляю небольшое количество на височную впадину. Выхожу за пределы зоны глаза, зоны бровей и ухожу в висок активно. Очень люблю этот способ, потому что, по большому счету, он создает не только красивую светотень, он создает всегда настроение на модели, на клиенте. И вы можете сделать очень красивый эффект в макияже с помощью дрейпинга. Еще одна фишка. Дрейпинг у нас будет не одноцветный, потому что я сейчас взяла румяна достаточно теплого оттенка. Я буду использовать еще и холодный румянец. Угу. Яркий. И дополнительно чуть-чуть поярче добавлю акцента на верхней части скулы, чтобы создать дрейпинг не плоский, а достаточно объемный. Чуть-чуть на меня. Очень интересное время, которое сейчас у нас с вами происходит. Время такого онлайн-общения, онлайн-дистанции. Но мне кажется, это все для того, чтобы мы, когда можно будет встречаться, мы снова собирались огромными стадионами, огромными большими локациями, общались, встречались, знакомились и наслаждались общением. Открой глазки. По крайней мере, я в это верю. Я уверена, что этот процесс уже запущен, и он скоро к нам придет. Нашего красивого общения. Я желаю этому прекрасному форуму огромных залов. Вот чего желаю. Открой глазки. И немножко румян добавляю и на подвижное веко. Заранее проработала достаточно темным, таким тепло-коричневым оттенком тинта для того, чтобы создать область затемнения на подвижном веке и создать иллюзию красивой собственной тени, объемного, красивого глаза. Очень важный момент. Когда вы создаете графику в макияже, вам необходимо сделать четким и точным ресничный контур. Поэтому я заранее прочертила активно очень линию ресничного края и создала достаточно темную линию здесь, для того, чтобы это как основа была моих будущих стрелок, и я на этой линии могла создавать ту форму, которая мне необходима. Я начну дальше работать обычным восковым карандашиком. Причем карандаш я возьму коричневого цвета, не черного пока. И возьму довольно упругую кисточку со скосом, для того, чтобы направить линию стрелки в ту зону, которую мне необходимо. Скрывай глазки. Аккуратно. От линии ресничного края. Как часто я говорю, от последней реснички. Скрывай глазки. Я сегодня не только как Ксения Никитина выступаю, я представляю свою прекрасную школу макияжа, которая называется Icon Face, и кисти, которые тоже называются Icon Face. Могу сказать, что за последние полтора года, вот так получилось, что именно в такой постковидный период и доковидный период, мы очень активно стали развивать графику в макияже для обучения мейкап-артистов, для повышения квалификации. И сейчас мы набрали такой уровень, что к нам, конечно, приезжают, когда возможно, огромное количество регионов,
из стран для того, чтобы обучиться интересной новой графике. Поэтому сегодняшняя моя тема, она неспроста. Я выбрала именно актуальную графику в макияже, потому что мы в этом направлении лидируем, и мы даем очень много интересной новой информации, новых продуктов, новых фишек. Поэтому сегодня я с вами именно как преподаватель и директор Iconface. Закрывай глазки. Усиливаю хорошенечко линию направления стрелки и дублирую через кисть. Открывай глазки. Мы направляющая. Сейчас моя основа будет. Закрывай. Хорошенечко прорабатываю линию ресничного края и оттушевываю кисточкой со скосом. Чуть-чуть, прям буквально на меня немножечко. Раз. Чтобы я видела на свет. Карандаш я использую обычный восковый. Почему взяла коричневый? Для того, чтобы хорошо давать возможность прочертить основу стрелки, основу будущей нашей красивой графики. Была возможность сделать мягкую светотень, красивый градиент и вписать туда ту линию, которая мне необходима. Поэтому через восковый карандаш я очень люблю действовать. Закрывай глазки. И плюс восковый карандаш дает такую шикарную возможность, закрывай глазки, как создание полутени. Поэтому коричневый цвет, даже если у вас будут очень яркие стрелки, как у меня будет сегодня неоновая графика, вы можете на самом деле намечать и создавать будущее направление стрелки через восковый карандашик, чтобы дать возможность линии плавно-плавно потом вписаться в цвет кожи. Итак, следующий момент. Я возьму сейчас черную текстуру. У меня будет подводка, обычная красивая подводочка для, скажем, глазки, для проработки стрелок. И как раз по нашей линии, которую я наметила в качестве основы, начинаю создавать графический элемент. Оттягиваю стрелку. Очень люблю, когда стрелки уходят красиво очень в кожу. Поэтому всегда дублирую и всегда протягиваю через кисть со скосом. Это очень важно. То есть любая стрелочка смотрится намного круче, когда окончание входит идеально в цвет кожи. Поэтому я делаю градиент даже на хвостике стрелки. Стараюсь сделать это прям безупречно красиво и чисто. И следующая наша стрелочка. Закрывай глазки. Прям активно намечаю линию и аккуратно увожу уже хвостик. Увела хвостик, подхватываю кистью и аккуратно шлифую. Угу. Закрываю глазки. Очень интересный формат сейчас форума. Я прям за стендом слышу второго спикера. Я говорю дабл, у меня накладывается голос. Поэтому иногда у меня странные чуть-чуть предложения, потому что я параллельно слушаю другого спикера. Но, ребят, я могу сказать, что выглядит это, конечно, очень космически. Не зря мы находимся сейчас в киберспейс-пространстве, потому что это как станция, то есть такая вот здесь станция макияжа, за стеной станция с другим спикером, там нейл-артист. И мы работаем сейчас для аудитории, которая сидит по ту сторону экрана, поэтому это очень необычный процесс такой, знаете, он чем-то похож на телевидение. Для меня сейчас это вот такая телевизионная съемка, как будто бы я сейчас участвую в большом шоу, прямой эфир у меня. Очень круто. Немножко сюда. Так, аккуратно протягиваю хвостик стрелки и, как всегда, как я говорю, увожу на нет через мягкую тушевку. Угу. Есть. Вот наша основная базовая стрелочка готова. Фишка графики, как я уже сказала, во-первых, заранее подготовленном ресничном краешке я всегда рекомендую сначала прорисовать отдельно четкую красивую линию ресниц, построить эту базовую линию, затем оттушевать все красиво коричневым карандашом, создать мягкую полутень и только после этого работать уже айлайнером напрямую, чтобы у вас получился хороший интересный эффект. Следующий момент. Я буду трансформировать эту базовую стрелку в совершенно разные варианты. Я возьму очень тонкий такой, как иголочка, черный карандаш и проработаю. Угу. Так, я его взяла, да, взяла. И проработаю во внутреннем уголочке, создам красивую линию. Смотрим наверх. Еще одна фишка современной графики — это создание такого очень
острого разреза глаза, немножко такого кошачьего разреза глаза. Наверх. Сейчас все стремятся сделать очень необычный макияж стрелок за счет именно затемнения внутреннего угла. И за счет ощущения, что глаз очень активно переходит вверх, то есть создается такой эффект немножко кошачьего, такого острого, немножко такого хищного взгляда. И прорабатываю. Я очень люблю работать карандашиками черными, маслянистыми, но водоустойчивыми. В этом смысле он намного лучше, чем обычный восковый карандаш. Сейчас. Я всегда берегу глаза модели, поэтому, когда модель смотрит наверх, я знаю точно, что у меня есть раз, и два, и три. В этот момент она должна моргнуть, поэтому я стараюсь внутри себя немножко посчитать этот цикл. Угу. И смотрим наверх. И хорошенечко соединяю внутренний уголочек, создаю разрез глаза, создаю уже такой эффект прям кошачьей красивой роскошной стрелки. Так, смотрю аккуратно вместе. Элина, ты невероятная. И аккуратно прорабатывай, смотрим наверх. Угу. Есть. Следующий момент. Начинаю работать с темным оттенком теней, и мне нужно создать очень красивое затемнение у складки и у ресничного края. Буду использовать темно-бордовый такой насыщенный оттенок теней. Скрываю глазки. Прям продублирую немножко по линии, закрываем глазки, линии стрелочки и впадина внешнего угла глаза. Я хорошенечко прорабатываю, затемняю. Здесь делаю прям еще более глубокую впадинку и еще более активный градиент через стрелку и через красивый очень объем глазика. Открывай глазки. Угу, отлично. То, что касается активной, красивой современной графики, я всегда говорю о том, что если вы будете работать через просто линию, линия получается, ну, с одной стороны, очень такая необычная, эффектная, но с другой стороны, она выглядит как немножко как наклейка. Хотя эта тенденция тоже сейчас есть, и многие очень бренды выпускают необычные элементы в виде накладных стрелочек. Закрываю глазки. Но если мы хотим получить с вами картинку, которая классно будет смотреться со сцены, на фото, я рекомендую работать графика через светотень. То есть когда вы создаете собственные объемы, затемнения, блики, и на эти объемы садите уже графические элементы, тем самым вы получаете более эффектный результат макияжа, более ярко выраженную красивую эстетику. Глазки. И мне нравится такой эффект, потому что действительно получается очень здорово, очень контрастно, очень ярко, очень эффектно. Так, все время не хочется сказать, как вам нравится. Я чувствую, что вы смотрите, я знаю точно, что вы со мной. Открывай глазки. Аккуратно. Спасибо, мои дорогие. Подтушевываю аккуратно ресничный край и складку. Мягко увожу в будущую нашу красивую светотень. Дальше. Следующий момент. Наше темное затемнение, наше темное, я увожу потом через более мягкий оттенок, похожий на естественный цвет впадины. И тоже создаю красивый мягкий градиент. Угу. Закрываю глазки. Есть. Стараюсь всегда работать более крупными инструментами, чтобы получилось довольно быстро и эффектно. Так, и раз уж мы говорим с вами о создании красивой очень линии, собственной линии, и создание светотени, не касаясь именно четко конкретной черной линии, черной графики, я еще добавляю более светлую пудру, светлее цвета кожи и выглаживаю зону под глазками. Делаю эту зону как будто бликом. Когда мы натягиваем активно кожу, в этой зоне происходит у нас появление такого активного красивого блика. Поэтому, чтобы создать иллюзию еще большего такого вот прям натянутого уголочка глаза, создание прям этой красивой линии, я обязательно использую в этой зоне блик именно через пудру. Вот таким образом мягко-мягко прорабатываю. Угу. И работаю активной кисточкой, лепесточком таким красивым веером. Прям прокладываю хорошенечко весь блик в зоне под глазками. Выглаживаю эту зону. Угу, есть.
И приступая к следующему интересному эффекту, я сейчас буду работать через яркие цвета. Буду наслаивать свет на внутреннем уголочке глаза и потом буду вписывать неоновую графику. Одна из фишек и 21 года, и 22 года – это как раз необычные, неординарные яркие цвета. Ну и коль мы говорим с вами по большому счету о тенденциях для мейкап-артиста, который активно развивает свой контент, мы говорим с вами о том, что по большому счету мы хотим привлечь внимание аудитории. Что это? Это всегда необычные эффектные вещи, это очень яркие цвета, это необычные сочетания и продуктов, и текстур. Поэтому неон остается фаворитом, и мы можем с вами с удовольствием к нему обращаться. Единственное, я бы рекомендовала тем, кто хочет собирать, соединять образ, использовать матовую текстуру и неон. Вот это максимально круто штука именно на, для того, чтобы контент был и актуальным. То есть я бы отказалась в сегодняшний момент, в преддверии нового 22 года, от очень активного использования блесток, крупных, активных, то есть матовая текстура и супер необычная графика. Это вот сейчас будет очень хорошо заходить. Я сейчас покажу один интересный инструмент. Это на самом деле самая простая кисть, которую можно найти в магазине для художников, в магазине, не знаю, там, для каллиграфии. Внутри у меня сейчас емкость, резервуар с водой. Я буду использовать аквагрим для того, чтобы построить супер необычную графику. Такая у меня штука. Сейчас развожу с водичкой хорошенечко. Угу. Так, и перед тем, как буду рисовать стрелки, буду работать сейчас с яркими, супер яркими цветами. Так, для этого мне нужна будет упругая, хорошая кисть. И буду использовать неоновый, ярко-оранжевый. Закрываю глазки. Закрываю. Закладываю хорошенечко цвет во внутренний уголочек глаза. Я его проецирую в той зоне, где у меня будет красивая яркая стрелка. Я начинаю создание цвета. И увожу цвет практически в бровь, создавая очень необычный такой эффект цвета, который сам по себе проявляется. Как и дрейпинг, который мы сегодня делали с вами красивую коррекцию лица, так и наш красивый цвет макияжа глаз, который прямо он, кроме глазки, проявился во внутреннем уголочке и ушел через бровь. И мы по большому счету можем соединить его и с дрейпингом тоже. И таким образом. Аккуратно. Закладываю яркий цвет. И тушую красиво в бровь. То же самое с другой стороны. Чуть-чуть на меня скрываю. Уголочек. Можно использовать искусственную кисть, можно использовать натуральную. Я люблю соединение работы вообще с разным абсолютно ворсом. Мне нравится использовать и смешанный ворс, и использовать только натуральные или только искусственные. По большому счету, каждая кисть, закрывая глазки, она дает какой-то уникальный для тебя оттиск, уникальный эффект. Я всегда говорю, что кисти, они как люди. Они, каждая кисть имеет свой характер 100%. Поэтому, когда ты полюбил какую-то кисть, ты точно полюбил ее характер 100%. Закрываю глазки. И оттушу во внутренний уголочек глаза. Мягко-мягко, красиво цвет. Здесь очень важно, если вы используете насыщенные, практически неоновые цвета, количество ваших тушевочных движений, ваших повторений, потому что если вы одним прикосновением поставите пятнышко, оно просто на самом деле будет потом считываться на фотографии, поэтому тушуйте очень активно цвет, и чем больше вы создаете такие прям воздушные, пушистые движения, тем лучше потом макияж смотрится и цвет смотрится действительно соединенным с текстурой кожи. Закрывай глазки и чуточку на меня. Спасибо огромное. У нас основная камера стоит сбоку, поэтому я стараюсь вот так не закрыть свет и как-то, чтобы видно было макияж тоже. Так. Аккуратно. Открываем. И теперь я готова к тому, чтобы начать уже работать с неоновыми стрелками. Повторюсь, у меня в резервуаре здесь просто обычная водичка. И я использую аквагрим. Угу. Закрывай глазки. Хорошенечко. Закрывай глазки. Вывожу цвет от внутреннего угла. Угу.
аквагрим хорошенечко развожу водой, чтобы он был нежный, тонкий, пластично ложился, не комковался. И аккуратно тушу цвет и тяну линию. Угу, край глазки. Вот такая яркая, сочная неоновая линия у нас получилась. Обращаю ваше внимание, что сейчас тенденция графических элементов – это огромное укрупнение глаза, то есть создание такого немножко нереалистичного большого глаза. В этом смысле, когда вы используете графику, я рекомендую выходить даже за зону глазничной впадины, рисовать практически подбровном пространстве, чтобы эффект огромного такого немножко глаза мультипликационного получался. Особенно если вы контент-мейкер, если вы создаете по большому счету не обычный носибельный макияж, да, а макияж, привлекающий ваших будущих фолловеров, либо нынешних, необходимо будет сделать макияж, скажем так, больше и объемнее, намного крупнее, чем вы делаете это для обычного вашего прекрасного клиента. Так, открывай глазки. И вот в этом плане очень здорово как раз работать яркими неоновыми линиями, когда у вас заранее была так хорошо создана светотень у внешнего угла. Открываем глазки. И увожу. Угу, открываю глазки. Хорошенечко набираю продукт. Угу, открываю глазки. Такой у нас эффект стрелки. То же самое мы делаем с другой стороны. Мне очень нравится такой эффект графика, которая выглядит как неоновая лампочка, которую включили у внешнего угла глаза. Такой эффект у нас получился именно за счет того, что мы создали изначально под нашу креативную графику темно-коричневый такой красивый внешний угол, сделали там эффект собственной светотени, рельефа, и на этом эффекте у нас как раз очень круто смотрятся элементы из неонового аквагрима, наша неоновая графика. Так, хорошенечко собираю кисть, нужную мне линию, и аккуратно продлеваю внутренний уголочек. Угу, открывай глазки. Закрывай. Очень осторожно внутренний угол. И мягко увожу. На что я ориентируюсь? Я ориентируюсь на складку собственного века. Я повторяю эту же линию, только намного выше, чтобы создать эффект вот такого как бы блика и оформления глаза намного больше, чем естественная впадина. Укрупняю пропорцию глаза активно очень. Давай. Есть. И вторым слоем прокладываю активно аквагрим, чтобы получить более плотный, хороший цвет. И сейчас поменяю кисть. Возьму более тонкий инструмент. Так. Можно использовать воду, можно использовать любой мист для того, чтобы развести, сделать аквагрим очень пластичным, тонким. Дорабатываю линию. Тоже увожу, очень люблю, когда графика такая идеально и тонко вписана в линию пропорции лица, в те линии, которые очень красиво у нас создают направление движения макияжа. Угу, открывай глазки. Есть. Дальше, на внутреннем уголочке также у нас появится наша прекрасная линия совсем маленькой, тонкой-тонкой кисточкой. Прям практически так, кисточкой, иголочкой я сейчас буду работать. Угу. Открывай глазки. И перед тем, как я сделаю вот эту линию, я еще доработаю важный момент, как я уже говорила, что сейчас очень круто заходят матовые текстуры. Поэтому я сейчас чуть-чуть наверх додублирую внутренний уголочек через матовую пудру светоотражающую. Создам эффект прям хорошего матового блика.
закрывай глазки. Все аккуратно подтушевывай, открывай глазки. Угу. И как мы видим с вами сейчас, у нас внутренний угол – это была темная матовая текстура, а внешний угол была темная матовая текстура, а внутренний угол – это светлая, светлее цвета кожи матовая текстура. И на ней сейчас я буду работать уже неоновой красивой линией. Тонкую-тонкую взяла кисть. Мне сейчас, наверх смотрим, задают вопрос, светится ли это при дневном освещении. На самом деле при дневном свете выглядит это просто как очень яркий оранжевый свет, цвет. А если зайти в зону, где будет ПРК, где будет специальный свет, то это будет очень ярко светиться, как, знаете, как в ночном клубе, не знаю, там самые какие-то крутые необычные элементы. Вот, поэтому аквагрим – это, да, это неоновый аквагрим, который днем выглядит просто как супер-ультра-ярко-оранжевый цвет, такой прям сумасшедший оранжевый. Мягкую линию. Угу. И то же самое с другой стороны. Я аккуратно обвожу внешний уголочек глаза. Повторяю плавность внутреннего угла, внутренней линии. Угу. Угу. И создаю очень красивый переход. Также тонкой кисточкой, закрываю глазки, продлеваю внутренний уголочек, аккуратно дописываю тонкую-тонкую линию. Мне кажется, графика – это тот самый момент у визажиста, когда все мейкап-артисты молчат, стараются сделать максимально точно, максимально ювелирно. Но мне все равно очень хотелось взять такую тему, потому что крайне редко на мероприятиях делается, ну вот прям максимально такой макияж, созданный из одних линий, да, поэтому мне очень хотелось сделать это для наших прекрасных зрителей, показать возможности современной графики, как это можно интерпретировать. По большому счету у меня сейчас достаточно креативная текстура, но форма самого глаза, она бьюти, да, это в принципе коммерчески красивый макияж, просто укрупненная пропорция глаза. Но если заменить вот эти неоновые линии, например, на телесный оттенок, то это может получиться очень красивый коммерческий макияж. Да, чуть более смелый, чем обычно, но тем не менее, эта формула, эта форма, с которой можно действительно там, пойти на какую-то красивую новогоднюю вечеринку, получить массу комплиментов. Ну, а мы с вами стараемся, конечно, внимание наших прекрасных фолловеров и аудитории завоевать, поэтому я выбрала неоновый цвет и неоновые аксессуары. И вот таким образом аккуратно мы переходим, создаем переход и мягкую границу. Угу, край глазки. Пока оставляю неоновый цвет и перехожу к достаточно яркому оттенку теней, который у меня сейчас будет сейчас добавлять немножечко эффекта моего дрейпинга. Чуть-чуть усиливаю акцент. Прям собираю два оттенка вместе. И слегка добавлю на височную впадину чуть-чуть больше цвета. Подберусь близко к неоновым нашим стрелкам, к нашей суперграфике. И прям соединим ее по насыщенности оттенка. Вот таким образом дублируя цвет внутреннего угла и цвет наивысшей границы скулы. Угу. Точно так же я прорабатываю немножко и кончик носа. Очень аккуратно. И тем же оттенком слегка прорабатываю ключицы. Перехожу этим цветом еще и на зону тела сюда. Угу. Дальше поехали. Следующий эффект.
Я не могу назвать бренды, но я могу рассказать про текстуру. Я очень люблю гелевый хайлайтер, который может наноситься как кончиками пальцев, так и очень упругими кисточками, либо спонжем, потому что именно этот хайлайтер дает эффект влажного тела. Очень люблю такой способ. И сейчас я буду создавать на зоне блика вот такой эффект влаги. Очень люблю это в кадре. Мне очень нравится, как работает продукт на съемке, потому что он не дает цвета, он дает именно текстуру и эффект супер-супер влажной кожи. Также я прорабатываю аккуратно переносицу. Угу, чуть-чуть на меня. И наивысшую точку скулы. Очень люблю работать пальчиками, особенно когда модель тебе доверяет, когда модель тебя очень хорошо знает, когда руки твои продезинфицированы, все окей. Мы можем с удовольствием поработать кончиками пальцев. Так, и небольшое количество этого же продукта я нанесу на ключицы, чтобы связать текстуру кожи на лице и текстуру кожи в зоне открытых частей тела. Вот таким образом. Угу. Так. Дальше я поработаю сейчас губами и только в конце уже сделаю акцент на ресничный край, еще на ресницы. Дополнительно задам объем и дополнительно прокрашу. То, что касается цвета губ, я всегда стараюсь сделать выбор уже в конце. То есть, когда у меня есть полная картинка, у меня есть уже цвет стрелок, цвет, не знаю, там, дрейпинга, коррекция лица и так далее, я всегда подношу помады и смотрю, как они отражаются и каким образом они работают. Мне очень нравится вот такая помада без цвета практически. Либо сейчас мы посмотрим яркий фуксийный вариант. Вот этот вот вариант мне больше всего нравится. Так, и буду работать через кисть. Оставим самый главный, самый яркий акцент сугубо на глазах. Вариант макияжа глаз. Губы оставим матовыми. И они будут практически чуть-чуть темнее цвета кожи. Сделаем такой эффект. Кажется, то, что касается нюдовых и матовых помад, это самый любимый цвет всех мейкап-артистов, потому что нюдовых, как и красных, их много не бывает. Ты всегда ищешь какой-то свой определенный нюанс и оттенок для того, чтобы сделать образ гармоничным. Нюдовая помада всегда позволяет даже самые смелые образы, самые смелые идеи собирать и соединять через цвет губ. Поэтому я сейчас действую именно таким образом, собираю очень яркую креативную графику через нюдовую красивую помаду. Прокрашиваю губы без контура. Здесь достаточно активная графика на глазах, поэтому супер отконтурированные четкие губы, мне кажется, здесь будет немножко перебором уже. Поэтому прорабатываю таким образом. Так, и хорошенечко тушую. Вижу, как я с одной стороны немножко вижу модель, поэтому стараюсь повернуться к ней фронтально, увидеть образ. Оттушевываю хорошенечко румянец на носике. Очень круто смотрится сейчас блик хайлайтера. Как будто действительно у нас прям такая супер-супер глянцевая влажная кожа. И очень аккуратно прорабатываю линию губ. Угу. Дальше, следующий момент. Начинаю работать уже с ресницами. Для этого я поработаю сейчас с тушью. Так, где моя прекрасная тушь? И буду использовать специальную кисточку, вот такую лопаточку от Icon Face для нанесения туши. Таким образом. Если сейчас меня смотрят
вернее, все промейкап-артисты, которые меня сейчас смотрят, знают про эту кисть и знают, как она важна для мейкап-артиста, когда ты работаешь с огромным количеством разных клиентов подряд. А те, кто не являются еще визажистами, я могу сказать, что если ваша прекрасная любимая тушь лежит в вашей косметичке, вы можете с удовольствием для себя использовать ее вот каждый раз через родную кисточку. Но когда вы работаете с клиентом, я рекомендую все-таки визажистам использовать либо одноразовые щеточки, либо специальный инструмент для нанесения туши. Вот таким образом хорошенечко прокрашиваю реснички Элине. Я знаю, что этот процесс не очень любят модели, потому что, конечно, это очень щекотно. Но, на мой взгляд, правда, очень щекотно. Так, и то же самое с другой стороны. Угу. Хорошенечко прям продублирую активно эту линию. Я очень люблю эту кисть за то, что она имеет такой приятный очень изгиб и прям идеально садится под корни ресничек, создает вот прям четкую линию ресничного края. В этом плане, конечно, визажистам удобно прокрашивать, чтобы ну, кисточка не залезать в уголочек, тем более, что кисть, по большому счету, часто имеет просто обычную, ну, как палочка плоская, не все кисти имеют изгиб. Вот, эта кисточка очень удобна, ей как раз прям прокладывает тушь от ресничного края. Поморгаем немножко. Отлично. И я делаю акцент только на верхний ресничный ряд. Специально для того, чтобы у меня нижние ресницы остались воздушными, так как у нас нижняя века воздушная, нежная, там у нас неоновая стрелка. Поэтому тушь я не наношу на нижние реснички специально. Тренд на вытянутый глаз, он еще у нас сохраняется, но я бы сказала так, он сохраняется с пометкой, он становится вытянутым, овальным. Он не острый, как мы, допустим, очень активно рисовали в 2021-2020 году, он становится более нежным. Вот у меня сейчас этот тренд на внутреннем уголочке, как раз я сейчас показала его, и даже зона века, она такая более не острая, как будто бы вот мы прям натянули глаз через тейп, да, а более овальная, более нежная. Дальше. Я буду использовать сейчас подводку. Так, хотела сказать сразу бренд. Уже привыкла к тому, что я постоянно называю бренды, закрывая глазки. Черная обычная подводка, айлайнер. И аккуратно прорабатываю, усиливаю стрелку. Хорошенечко прям прочерчиваю угол внешнего. Закрываем глазки. Внешний уголочек стрелочки. Не моргну. Хвостики — это всегда особый трепет, когда ты хочешь нарисовать хвостик стрелки. Прям держи и делай руку очень, открывай глазки, очень жесткой, чтобы прям стрелка получилась идеальная. Так, помогаю себе через спонжик. Угу. Глазками. Уголочек наш. Угу. Так, и сейчас еще посмотрю прямо фронтально на модель. Угу. Доработаю немножко нашу линию. Возьму самую-самую тонкую кисточку. Прям кисточку, похожую на иголочку. В матовом аквагриме есть одна особенность. Любая твоя неровность или какая-то небольшая, закрываем глазки, погрешность, она очень заметна, поэтому я стараюсь линию довести до прям идеала. Открываем. Сделать ее максимально точной. Угу. Есть. Дальше. Вот если бы у меня была возможность сейчас фотографировать образ, то я бы прям сделала такую одну фотографию, сказала бы, что это один из отправных таких моих точек образа. Сейчас я прям
Я думаю, что мне никто же не откажет. Я же могу в прямом эфире фотографировать свою модель. Мне кажется, это как раз та самая фишка, которая позволена спикеру взять и сделать фотографию прямо в процессе мастер-класса. Мы сейчас делаем, потому что я сейчас буду очень сильно менять эту работу. У меня есть еще 15 минуточек, поэтому я сделаю сейчас пару фотографий. Угу. Прямо чтобы на свет у меня смотрело. Отлично. Кстати, момент такой. Очень многие студенты часто спрашивают, как вы фотографируете, какие вы программы используете для обработки, что вы делаете. Здесь я могу честно признаться, что самое главное, когда у тебя есть хороший свет. Вот у меня сейчас два источника света. Если бы была возможность еще снизу подсветить модель, было бы вообще грандиозно, гениально. Часто в школе использую просто белый лист бумаги либо отражатель. Для того, чтобы свет вокруг, у нас такая схема была, как будто бы я в фотостудии, где-то рядышком с циклорамой. У меня прям идеально отражается свет со всех сторон. Вот это, на мой взгляд, самая крутая световая схема для визажиста, когда у тебя свет с трех сторон. Он у тебя есть справа, слева, центральный, с четырех, и еще снизу у тебя отражается. Это прям идеальная история. Сейчас снимаю маленькое видео. Ельчика, спасибо огромное. Угу. И прям еще фронтально. Опять подчеркиваю, может быть, кто-то сейчас только присоединился, что очень важный момент. Наша актуальная графика была выполнена на матовом макияже глаза с классическим таким затемнением внешнего угла и с высветлением внутреннего. И я добавила линию неонового аквагрима как эффект такого красивого объема глаза. И после того, как сейчас вот этот кусочек я вам показала, с удовольствием могу немножко похулиганить. Сейчас покажу, что у меня еще есть. У меня есть вот такие интересные, необычные наклейки. Это наклейки-стрелки неоновые. То есть можно, в принципе, с этими дизайнами делать все, что вы хотите. Разрезать их, создавать какие-то новые свои фишки, использовать практически как макияж глаз, все что угодно. И неон, и голография, ну, мне кажется, что они не отходят до сих пор, потому что если ты хочешь сделать суперкрутой, необычный контент, ты всегда какие-нибудь фишечки, да, в свой образ добавляешь. Так, Элечку попрошу прям держать дизайн, а мы сейчас с вами вместе будем нашу работу. Сейчас мы будем усложнять и добавлять разных интересных эффектов. Угу. Есть. Еще такой важный момент. Я, когда это делаю, важно, чтобы вы наклейку фиксировали не пальчиком, потому что если это будет крупная съемка, останутся ваши отпечатки пальцев. Старайтесь это делать через какую-то, хотел сказать, не руку, какую-то другую текстуру, через там, ватную палочку. Держи, пожалуйста. Так, теперь то же самое фронтально. Угу. И помогаю себе. Угу. Мы сейчас в данный момент вместе с Icon Face и тот бренд, который вот я сейчас клею эти прекрасные наклейки, мы сделали один очень интересный конкурс, посвященный именно профессиональному макияжу. И вот финальный отбор, финальный этап этого конкурса будет называться «Макияж будущего». Я думаю, что какие-то вот такие виды наклеек мы точно увидим в эфире обязательно. Так, есть. Вижу, что у меня на матовую текстуру не очень хорошо клеится моя прекрасная наклейка. Я сейчас попрошу найти мне... А вот нашла. Я нашла прозрачный клей. Подклею внутренние уголочки через обычный клей. И дальше продолжу уже работу. Это обычный клей для ресниц. И можно как раз фиксировать точки на этот клей. Очень-очень аккуратно. Стараюсь, чтобы нигде отпечаточка не осталось. Есть. Так, и сейчас мы посмотрим еще несколько дизайнов. Угу. Угу. Мне очень нравится использовать такие наклейки в работах, потому что, во-первых, ты
можешь очень быстро свой образ сделать совершенно другим, совершенно иным. Ты можешь интерпретировать совершенно по-разному эти наклейки, соединяя с обычным мейком, с графикой, с, не знаю, там, каким-то супер-артом, чем угодно. И ты можешь разрезать эти наклейки и собирать их совершенно по-другому, добавляя нового эффекта, новых каких-то интересных работ, ваше крутое портфолио. То есть в этом плане, конечно, очень круто работать именно с наклейками. Так, есть. И сейчас еще один из дизайнов. Поэтому не зря я специально так долго фотографировала работу первую, потому что я сказала, что я достаточно активно и быстро поменяю. У нас получится новый, как будто новый макияж. С новой идеей. Так. Не, аккуратненько стараюсь пальчиками прямо не прикасаться, потому что действительно, если вы задумали крупный план, потом прям будут отпечатки пальцев на вашей ленте. Угу. Есть. Процесс супер творческий, мне кажется, когда-нибудь я остановлюсь. Сейчас прям посмотрю. Хочу делать не совсем симметрично, а с другой стороны у нас будет немножко другой дизайн. Вот таким образом. Так, ну точно, уже достаточно будет текстуры. Добавляю совсем немножко матовой пудры. Я очень люблю вот это сочетание влажного блеска и матовости, потому что, наверное, смотрим, когда у тебя так много элементов, например, один элемент — это неоновый цвет, второй элемент — это голография, блестящая голография. Важно, чтобы в макияже были такие цельные, хорошие кусочки объемов через матовую текстуру. Поэтому я прям прорабатываю практически основные зоны и немножечко добавляю именно матовые текстуры с помощью минеральной пудры. Так. В руках мои любимые кисти Icon Face. Обожаю. Знаете, это когда создаешь с любовью, создаешь от души, имея очень большой, очень опыт, делаешь инструмент, которым тебе удобно работать в первую очередь. И когда ты обучаешь людей, тебе тоже очень важно, чтобы инструмент был действительно хороший в руках. Поэтому я обожаю свои Icon Face Brushes. Так, и будем сейчас финализироваться с Кроглазки. У меня такие прекрасные, тут рядышком есть аплодисменты, потому что мои коллеги, кто завтра будет выступать, Леночка Варл, да, замечательная моя, она сейчас рядышком со мной смотрит и поддерживает меня. Сегодня помогла мне сделать укладку быструю модели. И сейчас поддерживает меня еще аплодисментами, потому что понимает прекрасно, как тяжело работать на пустой зал, но я работаю не на пустой зал, а для вас. Первый ряд! У-ху-ху! Так, спикер рядышком думает, что там за громкие люди за стеной. Так, и закрываем глазки. Так, чуть-чуть увлажняем кожу модели. Так, есть. Смотрю внимательно на мой макияж. И даю возможность нашим операторам все хорошо поснимать. А мне очень хочется сказать в завершении своего мастер-класса, что бьюти-индустрия будет всегда. Вот сколько лет, сколько десятилетий, столетий, не знаю, там миллиардов лет, сколько будет жить человек, у него всегда будет желание быть красивым, быть желанным, любимым и создавать красоту, потому что мы так устроены. Помимо войны и каких-то, не знаю, там покорений и свершений, мы хотим быть любимыми и хотим создавать в этом мире действительно вокруг себя красивые процессы. Поэтому бьюти-индустрия всегда жива. Я передаю всем привет из Москвы, вот здесь, из киберспейса, того самого удивительного места, где проходит сейчас Trends of Beauty. И хочу сказать, что обязательно, если вы вдруг решили быть мейкап-артистом, быть хайр-стилистом, нейл-артистом, кем угодно, но создавать красоту, учитесь любить этот процесс, развивайтесь в нем, и у вас всегда будет очень много положительных эмоций и много красоты вокруг. Спасибо, с вами была Ксения Никитина, Элина Никитина и Trends of Beauty. Целую! У-ху!